Евреи, уроженцы Азербайджана, не могут сдержать эмоции. Несмотря на то, что уже долгие годы они проживают в Израиле, в их сердцах по-прежнему живет огромная любовь к стране, ставшей им родиной. Они благодарны президенту Ильхаму Алиеву, доблестной национальной армии, за освобождение колыбели азербайджанской культуры – древней Шуши. Этот город был оккупирован армянскими вооруженными силами 8 мая 1992 года. Я поздравляю весь азербайджанский народ с этой победой. Шуша наша, Карабах наш. Теплые слова звучат и от представителей других наций и народов. Они, как и все, кто хоть раз побывал в Азербайджане, прониклись к этой стране большой симпатией. И горе, и радости азербайджанского народа им не чужды. Вчера главной новостью для меня стало освобождение азербайджанского города Шуша. Я сердечно поздравляю народ Азербайджана с этим большим праздником. 28 лет ждала Шуша для того, чтобы вернуться домой. С возвращением домой, Шуша, мы тебя поздравляем. И я надеюсь, что и дальнейшая оставшаяся территория, оккупированная Карабаха, будет освобождена. С победой вас, азербайджанцы! Я очень-очень этому рада. Переполняет все чувства, чувство радости, чувство счастья за великую победу, за освобождение жемчужины Карабаха, Шуши. Я вас поздравляю. Слишком долго шли к этой победе. Слишком долго много терпели. Слава победоносному президенту Ильхаму Алиеву. Я думаю, что большая победа еще впереди. Всем счастья, благополучия. Слава доблестной азербайджанской армии. Должна быть восстановлена справедливость в отношении Азербайджана. Об этом заявила президент Международной ассоциации женщин Центральной Азии Асимгуль Уразаева, говоря о боях в зоне армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Она подчеркнула, оккупации земель давно пора положить конец. Многонациональный народ Казахстана очень переживает за братский интернациональный Азербайджан. Международная ассоциация женщин Центральной Азии от имени своей организации приносит соболезнования всему народу Азербайджана за погибших мирных жителей, матерей, женщин, детей и стариков во время преступления против человечества со стороны вооруженных сил Армении. В результате обстрелов со стороны армянских войск, азербайджанских городов и районов, не имеющих отношения к зоне боевых действий, погибли десятки мирных жителей. Среди них дети. Этот акт террора осудили во всем мире. Между тем, бои продолжаются. Обстановка под контролем армии Азербайджана, сообщает оборонное ведомство страны. Освобождение Шуши практически предрешило исход освободительной войны, подчеркивают военные эксперты. Полная победа уже близко. Михрибан Касумова, CBC.